Приветствую, с вами снова Евгений и канал Электромен Беларусь. Сегодня видео посвящено замене проходных конденсаторов в якобы рабочем магнетроне. Почему якобы? Путем прозвонки мы определили, что он рабочий. Но это не значит, что замена конденсаторов может дать результат. Магнетрон может быть разгерметизирован или потерять эмиссию, вследствие не работать. Соединять будем путем сварки медных проводов с помощью самодельного сварочника и угольного электрода. Старые конденсаторы мы высверливаем гравером либо любым удобным для вас способом. Заведомо рабочие конденсаторы рекомендую крепить на болтики. Таким способом вы сможете снова поменять их без проблем, если магнетрон доживет. Как правило, служат магнетроны при нормальной эксплуатации более 20 лет. Процесс сварки, как видим, несложный и особых умений не требует. Крайне не рекомендую соединять на скрутку, либо на вагой или клеммой. Магнетрон во время работы сильно нагревается, и эти соединения не будут надежными. Сварка же дает 100% уверенность в контакте, а на кончике образуются литые капли меди. После сварки скрутки нужно расположить на расстоянии от других проводов и выводов и придать им обтекаемую плавную форму. Не должно быть острых углов, поскольку здесь мы имеем дело с высоковольтным напряжением и могут пойти коронные разряды. После аккуратной укладки скруток мы закрываем крышку таким же способом, как ее и открывали. Аккуратно развальцовываем края крышки и таким же способом ее состыковываем и обжимаем по всему периметру. На этом замену проходных конденсаторов можно считать успешной. Я с вами прощаюсь, с вами был канал Электромен Беларусь, до свидания.